подарок новый стадион. В Айхале День физкультурника отметили на новой спортплощадке. Жители поселка соревновались в кроссфите, шахматах и шашках, участвовали в массовом забеге. Оксана Мезенцева о лучших моментах спортивного мероприятия. Настоящий спортивный праздник организовали в Айхале на новой спортплощадке. Стадион благоустраивали на протяжении 2 лет. На днях строительные работы были завершены. Новая спортплощадка – отличный подарок тренерам, просто любителям здорового образа жизни и, конечно, спортсменам-профессионалам. Бурные аплодисменты! Это наше золото! Спортивный праздник в Айхале начали с поощрения лучших спортсменов. Одним из первых награду вручили Али Агаеву. Молодой спортсмен, чемпион международных игр «Дети Азии». К успеху шел 9 лет. Я привык уже заниматься спортом. Не могу без спорта. Я хожу каждый день на тренировки. Вот. Ну, мне помогает, форму поддерживает. Например, на соревнованиях всяких так участвовать тоже помогает. Физическая подготовка хорошая. Гвоздем спортивного праздника в Айхале стал кроссфит. Этот вид спорта только набирает популярность в поселке. Занимаются и девушки, например, Саргылана Дмитриева. Увлекается легкой атлетикой, но сегодня решила проверить свои силы и в кроссфите. Самое сложное было, конечно, то, что вот каждое упражнение друг за другом идут, и нужно бегать, ну, после каждого упражнения нужно бегать половину стадиона, потом обратно, потом еще, ну, каждое упражнение нужно делать после забега. Соревновались в кроссфите и мужчины, работали в команде. Самое главное, я думаю, выносливость, активнее, сила, активнее. Потому что без этого никуда. Нужно много бегать, тренироваться, соответственно, тогда будут результаты. На новой спортплощадке места хватило всем, и атлетам, и шахматистам, и даже самым маленьким спортсменам. Для детишек также устроили спортивную зарядку, чтобы привлечь молодое поколение к занятиям спорта. У них, конечно, все было поинтереснее, для них работали аниматоры, музыка, дискотека. Забег на 1000 метров стал самым массовым состязанием в этот день. На старт вышло более 50 участников. Бежали люди разных возрастов. На стадион пришли целыми семьями. Спорт необходим. Я всю жизнь спортом сама по себе занимаюсь, детей приучу. Так что мне кажется, это вообще здорово.